это личное. Ну, это личное. А что вы ему сделали? Ничего, назвал, что запретника. А, во. Причем осознанно. Не для грамотного толста, а человека конкретно. Я не считаю, что он шизофреник. Я считаю, что он так, то, что он натворил, и то, что он спровоцировал. То есть во всех людях и во всех народах живут какие-то низменные инстинкты. Он взял их, поднял наружу и не сидит куда в толпе. А мы просто дураки взяли друг друга и начали стрелять. Вот уже такие же идиоты. Ну подождите, но вот Порошенко не шизофреник, что ли? Человеческие, какая вот эта гибридная форма, конечно, не очень. Ну, с другой стороны, я ничего не могу сказать. Я считаю, что Путин, у него выхода не было. Ему надо было поддерживать, потому что иначе вас бы раздавили. Нас бы раздавили. Он борется за свои интересы, за интересы России, и он президент России, а не Украины. Ну, а мы боремся за свои интересы, правильно? У вас другой стороны нет, у вас другого дома нет. Ну, вы считаете, наверное, мы пророссийские, это проект Кремля, да, думаете, что мы... Нет, примитивные акции. Нет? Это же легко повесить ярлык и сказать, что вы проект Кремля. А вы не знаете, вы хотите жить на своей земле и жить так, как вы хотите. Ну, не без помощи, конечно, потому что мы... А в этом деле, во время войны ты ищешь любых союзников, которые тебе помогут выжить. Все верно. Мне больше непонятно, почему Донбасс, да, там, батальоны Коломойского. Ну, конечно. Ну, это же раздуто. Если бы я не назвал Путина шизофреником маленького роста, то ничего бы этого не было, и батальонного ничего не было. Это же все раздутая пропаганда. Я могу поверить в батальоны Лешко, да? Потому что я видел помаду, блядь, в этих хуйнях. Я посмотрел и помаду увидел. Понятно, что это чей батальон? Я считаю, когда мы начали формировать эти батальоны, это было как в март месяц, конец, вторая половина марта. И мы оказали достаточно большое влияние на формирование. Но опять же, ну как это не нас подставили. Вот а Гелотей как вообще? Пустое место. Пустое? Ну, хочется верить, конечно. Уан? Ну, охранник, как художник. Ага. Держа охрана. Угу. Нет, подождите, давайте я налью. Давай. Давайте за здоровье. Вообще. Да. Здоровье. Нет, а мы воевать не будем. За то, что мы воевать с вами не будем. А мы с вами воевать не будем, потому что мы друзья. Ну, я думаю, что так оно и должно быть. Да. Так оно и есть. Тем более вы декларируете, что вы у себя дома, а мы у себя дома. Да. Да. Но я думаю, может быть такой момент, если не будет третьей силы. Она есть. Вы знаете, что она есть. Ну, хорошо, когда она появится, она же так далеко распространяется не будет. Ну, что вы... Это обязательство. Ну, да. Там за 20 километров от границы плывет еще может, или вот а за 200 уже не может. Ну да. А мы с вами договоримся, поверьте. У нас, поверьте мне, экономически общие недоброжелатели. Я вот вам, ну что я, что Жириновский пытаемся объяснить. У нас с вами общие недоброжелатели. Да. Кому? Ну вот куда пойдет Украина? Объясните мне. Куда она пойдет дальше? Это сложный вопрос. Ну, кто ждет ее в Евросоюзе? Да вопрос не в Евросоюзе. Вопрос в ожиданиях каждого живого человека. Я готов подписаться. Как улучшить свою жизнь. Вопрос же не в том, как... Поверьте мне же, я очень много знаю про русских. Очень много знаю про россиян. Я встречался с Сеченом на самом высоком уровне. Мы обсуждали за нефтяные дела. А знаете, что он сказал Мартин? Ну и что? Мы с ним делали одну сделку. Потом он сказал, ну что за мной делать сделку, мы сейчас все и так заберем. Это как Путин сказал. Вот Коломойский, блядь, наебал Абрамовича. Да. Ну это же высокий.
высокая, я считаю, это высокая оценка. Че, серьезно, наебали? Ну, так. Он пытался наебать меня, получил ответ. Это как вы не собирались воевать, но на вас напали, вы дали пизды. Я думал, что он, блядь, у него Путин за спиной, и тому подобное. А тут все пиздюлин. А потом побежал к папочке жаловаться. Запиздячили ему к нефтепролу. Не-не-не, он не пришел. 2 миллиарда у нас металлургическая сделка. Но он начал умничать, а потом показалось, что умничать не надо. Надо, блядь, действовать согласно контракта. Или понятийных соглашений. Он ему сказал, как ты хочешь, как мы, на честное слово или по контракту? На честное слово. На честное слово надо делать так. Он говорит, нет, так не годится. Тогда по контракту. Я говорю, по контракту, пожалуйста. Тогда по контракту. Говорит, так тоже меня не устраивает, потому что, блядь, там меня о том договаривали. Ну, подали, знаешь, сколько? 4 года. В судах в Лондоне. В итоге все закончилось все равно миром. Ну, это ладно. Владимир Владимирович, он просто был не в курсе дела, он опоздал. Как и бывает. Да, он задержался.